тебе здесь сейчас? В больнице хорошо. Можно хоть где остановиться. Да. Не мешаешь никому. А как пища здесь? А пищу я даже не знаю, как сказать, где она. Пища мне кто приносил, я даже не знаю. Ну, вкусная пища. Даже не знаю, как сказать. А где живешь ты? Холмарк. Да, Холмарк. Не здесь, да? У тебя дети есть? Да, есть. Как их звать? Три сына. Да. Холмарк живу. А как имя сына? Николай. Лопта. Да. Федор. Да, правильно. А мужа имя как было? Да, мужа имя. Тед. Нет, сын Тед. Волтер. Нет. Сын Волтер. Да, а муж? А, подожди. Я забыла, как мужа, моего мужа, Николай. Нет, это брат. Константин. Константин. А, Константин. Надо напомнить. Видишь, что делается, когда ты в больнице, ты забываешь все, что домашнее. Да. Тебе надо вернуться, так что ты должна им говорить, что ты хочешь поехать домой в Холмарк. Да. Я в Холмарк хочу. Там можно увидеть мое. И вспоминать все, что твое. И вспоминать, что мое. Да. Вспомнить. Здесь это институт, больница, это все не твое. Свою жизнь вспомнить. Да. То здесь забываешь все про это. Да, я забываю. Я очень быстро забываю. Все, что пройдет мимо меня, уже ушло. Я так ничего не вижу. Ну ладно, я пойду сейчас и скажу им, что пора тебя мыть, там обедать. Да, спасибо. Ну, алло сказать алло, всем? Скажи. Досмотришь меня. Да. Не проблема. Спасибо. Да.